Здравствуйте, меня как бы давно занимал такой вопрос. Я попробовал его как бы в домашних условиях решить, посмотреть, потому что получится в зале. Вот я соорудил такой стол, как бы примитивный, статуя 76, и сделал такую примитивную сетку, ну где-то 91 дюйм. Что я имел в виду? Короткие мячи, мячи, которые разыгрываются около сетки, после подачи. То есть та игра, которая дается практически на сторону. И ее может начать соперник. Я поставил робот форест-снайпер в максимально низкое положение. Здесь сделал максимально вот такой угол. Соорудил три небольших выстрела, и потом из этого получилась программа. И решил отстрелять их, как бы, чтобы они показали, как в действительности можно или нельзя это сделать, короткую игру оттренировать. Если стол состоит из двух половинок, да, то есть не единый, то это вполне возможная ситуация. Но когда я это сделал, у меня часть мячей, которые засыпал, они остались. То есть они больше не попадают в шнек. То есть шнек крутится, а толку как бы с этого нет. Я могу сейчас включить. И вот что получается. И вот как я решил из этой ситуации выходить. Я вырезал из картона вот такую вот картоночку. Да. Вот она. По форме кузова внутри. Поставил ее туда. И тогда уже засыпал шары. Вот и сейчас все шары там. Я, как сказал, создал уже три выстрела различных. Сейчас я их покажу. С тем, что как летят шары. Enter, старт и точка. Может, он летит высоковато, но в принципе, если поставить его еще ниже, то можно отрабатывать короткую игру. Да и так, в принципе, можно. Если его поставить, может быть, немножко подальше. Ну, где-то летят шары в среднем на высоте где-то метр, метр два, метр три. И вот, переделав выстрелы в уже имеющейся программе, я сделал выстрелы 16, 17 и 18. И всех у них как бы, ну так, верхний и нижний двигатель одинаковый. Вот. И тогда я сделал программу и попробую сейчас запустить. И что из этого получится? То есть, в принципе, отрабатывать мячи у сетки вполне возможно. Можно поставить, если взять другой штатив, поставить еще форест-снайпер пониже, может быть. И вполне можно отрабатывать, можно немножко подальше поставить. Можно отработать короткие мячи.